приветствую подписчиков и гостей канала. Сегодняшнее видео – изготовление антикрыла, часть 2. Когда заготовка спойлера готова, для придания жесткости использую 300-й стекломат. Прикаточный ролик. Кисточку, 20-кубовый шприц под отвердитель, полиэфирную смолу жидким отвердителем, карбоновую шпаклевку, содержащую наполнитель из углеволокна. Это придает шпаклевке необычайную прочность и эластичность. На основу использую стекловуаль. Стеклошпаклевка подойдет на выравнивание матрицы и заполнение больших сот пены. Во избежание проворачивания болтов наварил на шляпку гвозди и вставил в крепление. Наберем шприц-отвердитель для смолы, что позволит в равных долях его применять. Чтобы кисточка не застывала, использую ацетон.
На обрезанной бутылке сделал заметку на 200 мл. Одна банка полиэфирной смолы закончилась. Решил попробовать другую смолу с отвердителем от шпаклевки. Для меня оказалась проблемой с дозировкой отвердителя, и вот результат.
Карбоновая и стеклошпаклевка закончились. Пришлось дефекты шпаклевать универсальной. Материала было использовано в таком количестве: 5 баллонов монтажной пены, карбоновая шпаклевка 800 кг, универсальной около 300 грамм, стеклошпаклевки 500 грамм, 2 килограмма полиэфирной смолы. Какую предпочтете вы, сами все видели. Но мне удобнее было работать с жидким отвердителем. Для проявки использовал акриловый грунт. Если для вас это видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Продолжение видео. Изготовление стоек антикрыла на авто своими руками. Часть 3. Всем ровных дорог и полных баков. До встречи на канале.